Не очень приходит наш город, а лето бросает его. Рассвет поздней кровью распорот, и день не сулит ничего. Ни птицы курлычат прощение, а души уходят в полет. Тоскливо, не просто печально, на утренних лужицах лед. Ни слов не хватает, надежды, и кучек листвы будто зла. Такие мы все же невежды, не ценим любви и тепла. Зима, принимая за дело, следы замекает, заметает кишком. И мы, отделяясь от тела, за летом идем босиком. Маленькие вещи, стихи из романа. Вот и выпал последний наш снег. Завтра всадники Армагеддона. 100 мечей не заменят закон. 100 священников пары аптек. Жаль, что с нами не сладил Господь, сотворил, поигрался и бросил. Мы остались и в прозе, и в просе. В облаках намечается просе. Божьим мельницам нас не смолоть. Посчитаем чужие грехи, на свои не хватит абака. Нам не выйти на луну, как собака, не писать 100 томов чепухи. Завтра, завтра уже высший суд. Пусть иных 100 забот рвут на части. Подойди, мой греховный сосуд, я наполню тебя влагой страсти. И пока за окном этот снег, он последний, другого не будет. Пусть о нас провидение забудет. Мы друг в друге, и день наш, как век. Ну и еще такая небольшая вещь. Еще встречаемся и в избро поем. И попадаем в тон, когда удастся. Но мы не лучники, мы корифеи дарца. Он пел о главном, мы же о своем. Он был большой и мудрый Робин Гуд. А мы прислуживаем по чуть-чуть шерифу. И тот нам платит, строго по тарифу, вербуя для иных своих причуд. Мы виноватим потихоньку век, хотя знавали времена похуже. Он был родник, мы чепаем из лужи. Он был не бог, но честный человек. Остались песни, что не по плечу. Как мы не пышца, все великовато. Они, увы, ни в чем не виноваты. Для наших душ там слишком много чувств. Нет, мы напишем, звоном оглушив рифмы, струны, голочев, голосов точеных. Но это будут песни обреченных. У нас иммунодефицит души. Юрий Шмельбар. И еще одно стихотворение из романа. Станция. Несудимы, неисповедимы, с верой твердой, как атомный гриб. Алладины пошли в паладины, что им лампа, и где тот магриб? Что им гурий дальнего рая, если в ближнем, сгорая аду, не сирали пришельцы, сарая, не любовь предвещает беду? Что им поиск таинственной дверцы, той, где тайна пьянит, как вино? И наверцы ли, единоверцы, если рубишь, не все ли равно? Беспощадный, жестокий, упрямый, жизнь, сражение, без глупых затей. Алладинов не ждут дома мамы. Жаль, но не дал Аллах мне детей. Их челмы ослепительно белые, кроме тех, кто в зеленых уже. Но зияют чернее пробелы, не в броне, не в одежде, в душе. Предвкушение кровавой развязки им никак не дожить до седины. Для кого сочиняются сказки? Там, где мальчик чудной Алладин. Спасибо.